Отец наш ушел на фронт, и мама была в положении. И, в общем, она меня уже в гетто родила, уже там в лагере. Конечно, родила она меня под большим страхом, потому что все было окружено немцами и румынами. И так, чтобы, знаете, как она рожала, там соседка, которая была вместе с нами в одном доме, она принимала у мамы роды. И, значит, где-то спрятали в подвал, потому что если ребенок кричит, там же нельзя было. Если ребенок кричит, значит, убивали ребенка и даже роженицу убивали маму. В общем, скрывали, там мне квач-то давали какой-то там, с муки какой-то квач в рот, чтобы молчать. Мама Лилии с утра до поздней ночи была на работе. В семье было четверо детей. И старшая сестра Лилии, которой было тогда всего 9 лет, оставалась дома за хозяйку и нянчила маленькую Лилию. Папа на фронте погиб, папа. Я своего отца не видала. Он погиб, и все. Где-то он, и мама потом ездила, я уже забыла, на памятник его там. Братская могила была где-то. Где-то под Брянском, по-моему, я уже точно не помню. Да, я папу не помню, не видала вообще, только по фотографии я видала его все. Там были в основном, сразу немцы были, а потом румыны были. Ну, как относились? Я знаю, гоняли на работу. Вот, моя мама стирала белье немцам. Вот она вообще была очень чистоплотная, и она стирала, значит, белье. И когда она первый раз постирала, знаете, покрахмалила, все блестело. И когда она пришла, сама так вот трусится, думает, знаете, а он посмотрел, сказал, гуд-гуд, хорошо. Вот. И немножко, когда уже она шла домой, уже поздно, так она там хорошо стирала, много стирала там для... Вот. И они уже там, что у них там остатки какие-то, там давали какие-то там отходы. Мама уже хоть нас кормила, а то мы уже с голоду умирали. Не было же ни пеленок, ничего. И там какой-то ручеек тек. И сестра, она же тоже еще ребенок, ей 9 лет было. Понимаете? И она за мной смотрела. И она, значит, там какие-то платья порвали, чтобы под меня подлаживать. И придет там в этот ручеек. И у меня было... как, я не знаю, как по-русски сказать, как по-еврейски, пролежня, значит, как прогнила вся половина у меня. Вот. Как я выжила, я не знаю, потому что уже после, когда кончилась война, мама уже пробежали, мы когда уже в свой дом вошли, вот, каждый уже пошел, ну, кто остался жив, конечно, пошли в свои дома, там у соседей, мама уже взяла какой-то гусиный жир, стали меня там мазать, в общем, спасли. Повзрослевшая девочка уже сама запомнила освобождение гетто, как советские войска входили, и как они со старшей сестрой чуть не потеряли семью. Когда уже стали в 44-м году, стали освобождение началось, начали бомбить, бомбежка, и разбомбили гетто. Разбомбили, понимаете, это. И тут началась паника, кто куда. Все родители, а в основном дети, старики были в лагере. И, значит, разбежались, эта сестра тоже найти никого не может, схватила меня, я как маленькая была, самая малая. Она мне на плечи, значит, и бегом в тот дом, где мы когда-то жили, бежит. А по улице, значит, стрельба идет. Значит, с одной стороны эти русские партизаны там, а тут, значит, немцы, и бомбежка, и самолеты, в общем, страшно. Она бежит, ищет маму, и несет меня на плечах, и плачет, и кричит, прибегает туда, где мы раньше жили, в том доме. И там соседка, она, тетя Маня, вы не видали маму? Она, ой, дочь, иди, дочь, звідси, потому что, не дай Господь, сейчас немцы увидят и расстреляют нас. Вот, потому что евреи, знаете, они русские были. Они хорошие были люди, но боялись. Стрельба идет, и она, пули прямо свистят. И помнишь, и так назад она бежала, меня несла, и опять эти же пули свистели. Прибегает она туда опять, в этот лагерь туда, а там уже прибежали все родители, уже мама кричит, плачет, ищет детей. В общем, понаходила, слава Богу, всех нас четверо.
И убежали мы куда-то в лес. Прибежали в лес, а там в лесу, значит, какая-то избушка была. Кушать хотим, там это не было что, дети, представляете, голые, босы. Прибежали в эту избушку, и там пошли мы по полям, там нашли там какую-то картошку маленькую, там поколупались, какой-то там казан, может, там лесник жил в этой избушке, я не знаю кто. И там мы уже спрятались, и там мы были, в этой избушке. И тут приходят эти партизаны. Ну, человек, наверное, 15 или 20. Грязные, замученные такие, голодные. Ну, у них пайки были там какие-то. Они выложили эти пайки. В общем, уже и нам там перепало что-то там детей. Начинается опять бомбежка. И тут прибегает этот и кричит: немцы. Батюшки мои, опять эти схватились, партизаны побежали. А мама схватила всех четверых детей, так вот, обхватила, говорит: ну все, детки, теперь уже нам конец. Но Бог дал, что как-то нас миновала эта смерть. После освобождения гетто семья также осталась жить в Жемеринке. Незабываемыми остались память и тяжести послевоенного времени. Закончив 7 классов, Лилия пошла в вечернюю школу, училась и работала. Вышла замуж, уехала на Дальний Восток. Меньше всего Лилия могла себе тогда представить, что когда-нибудь она будет жить в Израиле. Когда я на Дальнем Востоке жила, и моя мама говорит, что сестра ее тут живет в Хайфе, и она, значит, хочет вызов ей, тогда по вызовам было. Я говорю: мама, не едь. А тогда это, помню, шестидневная вот эта война была. Все. Я говорю: боже, я так плакала, все. А потом мама мне пишет письмо уже туда, на Дальний Восток. Лилия, я такая довольная. Я приехала, я чувствую, что тут моя родина, что тут хорошо. И это вот. Когда поехали в посольство, в консульство, вот, а консул мне говорит: что же вы, говорит, и гетто перенесли, и все, вы же узница, все. Вот. Почему вы не поедете? Вот. Я говорю: я знаю, подумаю. Приехала я домой и уже говорю мужу так и так. Он говорит: поехали. И мы раз, и знаете, за 2 месяца собрались и приехали. И я очень довольна и рада, что я здесь живу.